очень опасно. Это смешно. Он сказал. И все, сейчас получаешь подарок. Видишь, как круто. Так, что тебе подарить? Ты хотел водава? Вот ты сейчас его и получишь. Нет, никто кроме нас, держи. Он запросил, ребенок, вот, пожалуйста. Папа тебя не поймет. Папа поймет. Пойдем. Это шахматы, да? Шашки. Шашки, точно. Сейчас, подожди, я Матрёша сфотографирую. О, марионетки. Ой, какие тут красивые расчёсочки всякие. Вау. Что, возьмём? 500, 200, 300. Свистушку. Матрёша. Стульки нужны. А сколько вот это? 105. И это что же, да? Нет, это 75. А, это вот так. Да, да, да. Ну, я сестрюшка хвала. Флейте, флейте, Лен, флейте. Ну, вот какие красивые. Мама, а там а вот наша... еще свистульки. Калейдоскоп. Керамические. А ну, можно посмотреть? Можно попробовать свистнуть? Это водяная свистулька. Нет. Водяная, а? Воду надо наливать. Обычно есть? Ох, бусы деревянные. Где? Какой у вас размер? Размер башмачка? Вот такой будет. И раз, и можно и свистнуть. И ну что ты, и ручки лянь. А нет. Это тоже свистулька. С этой стороны свистулька. Было. Есть а с той стороны ручка. И тебе о, дед тоже Саш когда-то привозил. Да. А это что? А это сколько? Это флейта. Такую, как мы заказали. Да. Да. Что, попробовать? Попробуй. Сейчас. А сюда тоже вот. Нет, это обычно. Можно дать, но лоб. Прикольно. Вот угу. Это лоб, конечно. Пойдем садку. А сколько флейта стоит? Он не для вас. 150. А мы за 80. Ну, жди там, пока он придет. Мама! Пойдем, пока вечер. Что еще тебя хочешь? Взять? Хочешь взять? Они все одинаковые. Давай, я хочу. Все, да. Да. Давай. А сколько стоит такая гармошка? 250. Настолько не хватит. Ух, матрешки какие красивые. Мама. Да сейчас пойдем, дай хоть матрешек посмотри. Дедушки матрешки. А вот какой дедушка красивый. О, смотри, эти, как называются, забыла. Валь, какая тебе матрешка нравится? Красавицы. Сейчас пойдем. Давай, давай, сейчас купишь. Иди, становись в очередь. Мама, я это не съем. Ешь. Да, съем. Какой маленький или большой? Я за парня буду, я с велосипедом, у меня руки длинные. Ангри Бёрдсы. Злые птички.
Электроника, ну погоди. О. Эксклюзивная. Была бы тут еще Даша, они бы вообще что-нибудь грандиозное создали, да, мама? Отцепим. А? Вот так. Мы сейчас из этого тоже что-нибудь сделаем. Стой, ты даже подожжешься. Все. Колечко готово, сейчас будет. Сейчас мы из этого кого-нибудь сделаем еще. Это получается картина. Ну, Оля, не знаю, может, тоже чего-то надо сделать. Камни. А вот серьги какие интересные. Что-то нужно. Камнями. Угу. Красивые есть. Брелочки вот всякие. Посмотри. Да. Посмотрите. А сколько брелок такой стоит? 200. Не брелок, это на шею. Ага, я вижу там цепочка. Что я получила? Какие совы! Обожаю совы. Телефон на флешку, на планшет, на замочке, на сумочке. А вот какая красота. Пойдем в очередь встанем. Пойдем сейчас. Давай везде пройдемся, а потом уже будем в очереди стоять. Это веночки на голову. Вот какая нарядная продавщица. Я мастер, не продавщица. Да? Простите. Извините. Да, пожалуйста. Девочки танцующие. Возмутилась, говорит, я мастер, не продавщица. Глянь, какие девочки. Ага. Скажи, ты любишь такие на шнурочки. На шнурочки. Тебе не надо такие? Глянь, какая. Красивая. Девушка скромная. 250 глянь. Или 260? 250. Ничего не хочешь, не желаете? Хочется, конечно, много чего. Не, ну хоть что-нибудь одно. Прям много. Какие красивые зелья. 700 рублей. Ну мы здесь до 3, а потом, может быть, в городе будем еще до 6. А сколько такие? Такие 450 часиков. Смотри, какие часики. Да? Ты не нужен. Это куколки или зайчик такой красивый. Настя такую куклу сшила. То ли Тильда называется, как-то у них название есть. Именные монеты чеканим, подарок любимому сыну, внуку, если таковые есть. Молодцы. Бабушке можешь сделать подарок, именную монетку. Прямо здесь делаем монет.
Пойдемте дальше. Центр авансы. Мама, мне понравилось. Это вышивка. Водички вот. Вышивка. Хочешь попробовать? Валь, хочешь попробовать ватки? Вышивка. Рыбная ловля. Лянь, живые. Рыбки плавают, живые. Пошли, ну, давай, лянь. Вон он, магнит, сколько. Пошли, Коль. О, корова какая-то интересная. А вот корова в носках. И в имя даже есть рукавица. Коля, рукавица, смотри, в имя. Валь, ты видала в имя рукавица? Вершакова. Сельская почтовая. Ох, что-то тут красивое. Стол накрыт. О, закуска, выпивка. Как красиво. А ковер нарисован, Валь? Угу, красками поверх вот чего-то. Ткань такая темная и ковры нарисованные. Какие-то узелочки. Не, на, покушай. Зря ты так. Сейчас вся будешь. Угу. Как я. Глянь, глянь, дорожка к сундуку и в сундуке, глянь, что. Сундук и богатство. Природа. Еще один облачный. Можно вызывать, посмотреть. А старика как обычно читали? Ох, вязаные коровы и поросята. Смотрите, красота какая. Сейчас ажур сначала. Как люшки. Курочка вязаная. Ой, маленький поросеночек. Курочка с яйцами. Яйца настоящие. А, котейка. Все, пойдем. Сейчас купим. Вы меня сфотографировали здесь, да? Да. У вас в памяти есть навеки вечные. Навеки вечные. Красота такая.
я ее приглашу. Так, какой хороший праздник. Вода! А где Валя? А, что там, Данил? Коль, как увидишь воду, сразу скажешь. Блины, вон сколько всякой вкуснятины. Не знаю. Хвороста надо нажарить такого. А еще стихи, рассказы, песни. Ух, какая красавица. Это журнал вот для городских детей и кругом городских денег. Подписка на полугодие стоит менее 300 рублей. Всего 40 рублей в месяц. Журнал будет приходить в обхачную ящик. Подписаться вода, на большую вода, переменную. Вода, вода. По льготной цене сегодня пойдем, нужно воду. Прямо на нашем празднике. Очень красивые. Ой, вообще красивые. Сегодня получит подарок. Ждем вас. Блин, какая прелесть вообще. Ой, какие молодцы. Дорогие друзья, ой, вообще, молодцы, девочки. Вот видели? Нет, еще. Вот посмотрите, какая вот. Какие лица Мадонна красивые. Ой, вообще. Жан-Лука Четкову встречайте бурными аплодисментами. Молодцы. Лица очень красивые. Добрые, добрые. Ой, лёли, 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 лёли по кудочку. Вы, кудочки, не гудите. Меня, молодой, ты не будите. Ой, лёли, 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 не гудите. Ой, лёли, 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 не гудите. Ой, лёли, 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 молодая. Ой, лёли, 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 молодая. Аплодисменты. Дорогие друзья, мы приглашаем на нашу сцену вокальный ансамбль «Вересень» Никольского сельского дома культуры. Руководитель... Почитаешь на досуге. Да спасибо. Перебери, он бесплатно. Я вас жду, я вас жду. Спасибо, а ты большое. Детский. Он стесняется просто. Спасибо.
подарок был. Куда без меня уходить? А ты не отставай. Сколько люди всего умеют, да, Валь? Чего? Что это за рука? Я только дал вам что. Очень красиво. Так ничего, так жарко. Ну да, там жарко, тут ничего. Дыни. Закрутки всякие. Ух, какой паровозик красивый. Паровозик, смотри, какой здесь сделан. Паровозик с муравьями. Ты ж, смотри, какая красивая. Ой, мам, я вот это хочу. Мне вот это дома у нас хочется видеть. Угу. Вот эту вышивку. Не, вообще свои нарисованы. Ну да, я Сереже предлагала, но он отказал. Есть, конечно. Смотри, какая рука у бабушки-то. Ты видел? Ой. Обалдеть! Пошли, Коль. Я боюсь. Не хочу. Дай, баба, ехай. Покажи, что ты купил себе. А ну, посвисти. Ой, классно. Мадама. Ну это с чего-то сделано. С бересты. Слушайте, это ж не просто так. Вот тут даже рамка и то вся поклеенная. Смотрите. Береста, да. Слушай. Это прикинь, с дерева уже содрали именно такую же картинку. Интересно вам. Башмачки. Прелесть. Вот как ты сказал.
Вот молодцы, какие тюльпаны у вас красивые. Хоть свои тюльпаны сфотографируют. Да, вот такое, девушка, что это ж быстро проходящее. Еще. Смотри, какие розовые поросятки. Ты так не видела? А лошадка какая. У нас такие же на территории школы. Слушай, такие поросяты, а? Да. Она увлеклись, делали туловище. Да. Мышонок лежит. И хвост, смотри, какой хвост длинный. Больше него. Мышонок. Не, это пэтчворк, не умею. Какой пэтчворк, одеяло? Пэтчворк. Пэтчворк называется. Рукоделие, пэтчка. Бать, смотри, какая курица шикарная. Я сама килограмм 5. Бройлер. Бройлер какой шикарный. Прикольно. Сегодня я остался. Ох, а какая резная мебель. Да, вообще классно. Молодец, уже упарились сидеть. Ну да, жарко. Смотри, какая красота. И цифры тут, а что только нету. Внимание! Куда? Монета готова. Удар. Дай одну монету попросим или нет? Или пойдем на карусель? Дай одну монету. Дай. Да? Сейчас. Че, пойдем? В самом конце. Привет. Почти. Не-не-не.